Представители Народно-демократической патриотической партии АОЛ посетили село Есенгельде, один из самых отдаленных населенных пунктов Акмолинской области. Здесь, благодаря их содействию, населению была оказана медпомощь. В рамках каравана здоровья квалифицированные столичные врачи осмотрели жителей бесплатно. Добраться до Есенгельды непросто. Дорога до села долгая и разбитая. Населенный пункт находится в 300 километрах от областного центра. Население не превышает 700 человек. Есть школа, детсад и свой медпункт. Правда, врача там нет. И таких сел в Казахстане немало. И чтобы хоть как-то обеспечить жителей качественной диагностикой, активисты партии АУЛ организовали благотворительную акцию. Сегодня по инициативе партии АУЛ к нам приехали эндокринолог, уролог, детский врач, кардиолог, терапевт, то есть те врачи, которые нужны нам сегодня. И сегодня мы получили бесплатный осмотр медицинский. Клиника на колесах укомплектована самым современным оборудованием. Пока одни жители проходили осмотр у терапевта, хирурга и гинеколога, другие сельчане обследовались на ультразвуковом аппарате. Практически всем пациентам сделали экспресс-анализ крови и флюорографию. Партийцы подчеркивают, главная задача визита – обеспечить доступ к качественным медуслугам каждому жителю района. Никаких специальных средств мы не потратили. Благодаря индивидуальным спонсорам партии мы ежегодно стараемся охватить несколько отдаленных аулов. Только в этой командировке для этого аула было потрачено около 5-6 миллионов тенге. Таким образом, мы оказываем поддержку населению. Аналогичной акции партийцы намерены поддержать и жителей других сел, и не только Акмолинской области. Общественники провели мониторинг в 200 отдаленных аулах. Качество оказания медуслуг в них оставляет желать лучшего. Тамара Степанова, Дамир Перекулы, Анатолий Поляный, Акмолинская область. Итоги дня.